меня не спросите, конечно, вы об этом. Нет полномочий. А, песня называется «Монолог по национальному вопросу». Меня не спросите, конечно, вы об этом. Нет полномочий, скажете, один. А я брожу, и ем, и пью на этом свете. И в дополнение мыслю и люблю. Кто вы, кто я? Вопрос резонный. Я, знаете ли, просто гражданин, живущий в северокавказской зоне. Короче, вы хохол, еврей, грузин. А это-то зачем? Да брось ты, парень, для демонстрации транспаранты припасти. Я правда не пойму, кончай базарить и в клетку информацию внеси. Новых мастер в этом плане не открыли. О том, что братья люди знали и до нас. Вот только братья вечно что-то не делили. Зато себя смогли от наций и до рас. А мы росли без всяких там делений голубых. Дома хрущевские, молоденький квартал, где заводилой был лихой мальчишка Пуппи. О том, что венгер он, я позже лишь узнал. И друг мой Сашка, мы такое с ним вершили. И дружба дружбою, и спор, да драки спор. Пожары вместе разводили и тушили. Кто он по нации, не знаю до сих пор. Тянуло головы нам вверх немое время. Коленки там уже, где раньше был карман. И вот однажды я узнал, что есть евреи. И среди них мой друг Валерка и Герман. Валерка первый мой учитель на гитаре. Мы струны рвали с ним Высоцкого хрипя. Он старше был, был отличный парень. И я прилип к нему на должности трепья. Он был с ремнем, когда позаду отсчитали хлюсту за лезвие, что в мой живот макнул. И сколько б после за спиною не шептали, в шедовстве сам себя скорее упрекну. Вот докучил грамматику подросток, букварь с живыми он картинками листал. И повзрослев, по нас вопросом, большим-большим, большим подростком стал. Идут в крови моей татары по Европе, бессильны рвенья исправляй или борись. Ведь жизнь — процесс естественный, не опыт. Армянка дочь, а друг Мамедов Мубарис. И казачишку с Митрофановской станицы принял навеки мусульманин Гур-эмир. Мечтаю так же, чтобы в плен забрал помин. Заочно я в него успел влюбиться. Люблю сварт-нос разрушенный и новый, и базилики древнего картли. Но исповедуюсь, любви моей я снова. Мой первый храм покров на Нерли. Я против выдуманных, значит, ложных истин. Я против истин, что спускали сверху вниз. В них результат того, что есть у нас нацисты. И то, что есть великорусский шовинизм. И то, что маленький народ, познавший горе, откапывая грязное белье, поросшее давным-давно выльем, для самооправдания позорят. Меня не спросите, конечно, вы об этом. Нет полномочий, скажете, один. А я брожу, и ем, и пью на этом свете. И в дополнение мысли. Микрофон, я все запомнил.